после 6 апреля получать документы о регистрации. При себе иметь эту расписку обязательно и паспорт. Для получения берете талончик в терминале. Как задекларировать доходы, рассчитать налоги и получить вычеты? На эти и другие вопросы помогут ответить специалисты Федеральной налоговой службы. В рамках всероссийской акции «Дни открытых дверей» каждый посетитель сможет проверить свою задолженность перед бюджетом, а также подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица». Специалисты инспекции помогут гражданам заполнить декларацию 3 НДФЛ. Также мы проводим специализированные семинары, в которых могут граждане и налогоплательщики поучаствовать и услышать ответы на свои вопросы. Для заполнения налоговой декларации по доходам можно использовать специальную компьютерную программу. Она находится в свободном доступе на официальной странице ФНС. Там же указаны адреса, телефоны и время работы инспекции по месту жительства. А система электронных очередей и индивидуальный подход позволит уделить внимание каждому. Для нас сейчас все в первый раз. Каждый отчет вызывает вопросы, особенно такой обширный отчет, как 2 НДФЛ. Интересно нам, ну и нужно знать, как отразить каждого из сотрудников. У них разные документы абсолютно, каким налогом нужно обложить. Очень актуальное мероприятие такое. Следующая всероссийская акция «Дни открытых дверей» будет проходить с 24 по 25 апреля. Анна Козлова, Дмитрий Долгов, информационный канал Севастополя.